Славянске в платформе инициатив «Теплица» прошла презентация конкурсных проектов для получения мини-грантов от фонда «ЮНИСЕФ Украина». Данная программа проходит также благодаря финансовой поддержке Германии и делает особый акцент на привлечении в проект детей-переселенцев из оккупированных городов на востоке Украины. Мы планируем огласить конкурс мини-грантов, которые будут профинансованы фондом ЮНИСЕФ. Это до 15 тысяч гривен одна идея может отримати. Сегодня у нас безпосередньо такий пробный вариант. Хтось хоче поліпшити подвір'я навчального закладу, хтось хоче піти створити музей старожитності з місцевим краєзнавцем, хтось хоче працювати з дітьми-інвалідами. Тобто дуже цікаві ідеї і всі гідні на реалізацію. Але сьогодні це просто така презентація, щоб показати, от які ініціативи є. По словам координатора ЮНІСЕФ в Україні Наталії Стайковської, подобні проекти допомагають активізувати потенціал підростаючого покоління. Деньги мы просим на озеленение нашего города, просим, у нас вообще много пунктов, ну, сегодня я выбрала именно такой пункт, озеленение наших зон, территорию нашей школы, на деревья, на кусты. Мне бы хотелось бы последний год, когда я выпускаюсь со своей школы, сделать что-то запоминающее, чтобы меня запомнили. И вот я обратилась к директору нашей школы, к местным властям, и мне сказали, ну вот, сделай школьный двор, сделай там разные проекты про экологию. Я представляла проект молодежной общественной организации «Молодежная фундация». Суть нашего проекта состоит в том, чтобы сотрудничать с детьми из неблагополучных семей, с детьми с особыми потребностями, ну, инвалиды. Потому что дети-инвалиды, как по мне, считаются очень глобальной проблемой, в общем, даже для нашей страны. Дети начнут общаться с людьми с особыми потребностями, не будут их бояться. И даже в их лицах могут найти себе хороших, отличных друзей. Кристина Терещенко, Дмитрий Персин, общественное телевидение Донбасса.